Лучше знают языки, хуже естественные и точные науки. В Центре оценивания качества образования читались о результатах ВНО. Самые высокие 200 баллов в этом году получили 294 школьника. 9 из них правильно ответили на все вопросы по двум предметам. Девочки сдали тесты лучше, чем ребята. Больше высоких баллов получили ученики Киева и Львовской области. Всего в этом году ВНО сдавали 230 тысяч человек. У выпускников были обязательные тесты по украинскому языку и литературе, на выбор по математике или истории Украины. Еще два предмета могли выбрать дополнительно. Суттєвої зміни, будемо говорити, рівнем навчальних досягнень не відбулося. Тобто, фактично, якщо порівняти минулий рік по відношенню до цього року, я ці дані представляю на основі ЗНО, там, де порівняння було предметів між двома роками, в цілому, будемо говорити, результати є абсолютно співставні. Різниця є в межах 1-2%, але це все в межах статистичних похибок. В следующем году правила тестирования планируют изменить. В частности, ВНО по английскому языку будет двух видов для учащихся специализированных и обычных классов. К заданиям добавят аудирование, перевод услышанного текста. И кроме того, с 2018-го ВНО станет обязательным для выпускников профессионально-технических колледжей.